Коллеги, добрый день. Большая просьба. Как... Мы себя в гонку вооружений втянуть не позволим, но американцы, видимо, уповают на то, что это у них получится. До сих пор не получалось, я думаю, что и в этот раз не получится. Не новой администрации, либо если Трамп переизберется. А, как вы считаете? Когда американские коллеги дозреют до того, чтобы нам что-то подобное передать в практическом плане, мы, конечно же, с интересом, и я надеюсь, в позитивном ключе это рассмотрим. Но пока мы ничего не видели, кроме предложения заключить такой договор в красивой комнате. Это предложение мы, разумеется, приветствуем. Контроль над вооружениями. И... Во-первых, 5 февраля 2021 года это буквально через две недели или около того, после дня инаугурации следующего президента США. За это время по практике, если смотреть на опыт прежних администраций США, едва только получалось назначить и утвердить ключевых членов новой администрации, не говоря уже о процессе утверждения э, людей на уровне первых заместителей министров, э, ключевых э, руководителей военного ведомства и так далее, и так далее. Так что говорить о том, что новая администрация что-то успеет решить по этому договору до истечения э, десятилетнего срока его действия, по меньшей мере наивно. И с точки зрения полностью осознаваемой нами в Москве ответственности за судьбу этого документа и за ситуацию в сфере стратегической стабильности в целом было бы недопустимо пускать это все на самотек в ожидании прихода в США к власти новой администрации. документ, например, с Североатлантическим альянсом по ограничению вооружений. Происходящее в плане внедрения подобных концепций возвращает нас на многие десятилетия назад к идеологии ядерного оружия как оружия поля боя. От этих маломощных боезарядов осталось два шага до момента, когда те, кто стремится к максимальному расширению стратегических опций Верховного командующего вооруженных сил США, могут начать возвращаться к идее ядерной артиллерии, ядерных минометов, ядерных мин, ядерных гранат, чего угодно. Потому что это эффективно, и это может остановить эскалацию. Мне кажется, это а, отражение увлеченности тех, кто рос уже в эпоху компьютерных игр легкостью нажатия на некие кнопки на реакция определенная гонка в